Нервируй сейчас. Саша, не надо. Вот вот вон садись. Сейчас убери это я все. Что вон начинать садиться. Я уже тоже хлеб. Не поняла? Не поняла, что ты говоришь? Я хлеб он стёк. А, ты уже готовый тебе? Хорошо. Зато минский, слышишь? Ага. А мы еще готовимся. Нет, вон черный хлеб минский. А тебе бананчик один. Да. Как? А то он и этой самой Наташе я дам шоколадку. А Наташа, ты знаешь, что каждый раз вспоминает тебе. Баба Соня, а дядя Леня звонил. Дядя Леня звонил, я буду звонить, баба, передавай ему привет. Пойдет на синюшку. Нет, не пошло. Взять там печи что? Печи нет, опа. Газету... Чтоб не стукнула я тебе. Это будет тогда нафотографируешь. Что баба Соня фингал поставила, да? Соня фингал поставила. Так. Две формы, да? Хорошо. Так, ну все, я закрываю. Стой. Я вот рассказываю, скажу Тане, не дай я ходу, вспоминая мне. Баба Соня, ты звони дядя Лёня, ты звоню дядя Лёня. Ну, а звони, передай привет ему. Кто, Таня? Таня, мама. Наташа. А, Наташа. Смотри, какие. Сахара не надо, но... Ну, можно и сахар сыпать, или я не сыплю сахар. Не надо. Так, дайте это, чем мазать.
будешь мазаться. Бо готово терпить. Тут масло? Масло подсолнечное я мазала. Еще рано. Белый, по-моему, там. Может быть, ты еще пирог или первый? Нет? Бери на руку, Лариса. Пробуй, пробуй. Приехали. Все. Маш. Первые-то они надо, там ты это возьми же, все готовы. Как раз сейчас я питаю, как я садила. Все, туда несу. Можешь нести, можешь отложить, да вот сразу. Конвейером все идет. Ну, одному плохо. Какие ты вельми. Значит, опять. Мягкий. Мягкий. Я зрачиваю. Не знаю. Сейчас посмотрим. В самом краю. Какие мягкие вельми. Потом? Ага. В сало не сядь. Мочалка тебе плохо, но... Плохо? Ну, я не что, гадика, ему мягенько не нашла этой тряпочки. У меня байка в этой тряпочке. Еще не затекло. Ну, то еще надо было бы его подержать его. Ну, как раз сейчас. Прыгаем. Ну, тесто можно легковато. Я не говорю, дядьки. Ну, а эту я уже не знаю, как у меня. В той раз пекла-то отвалилась пополам буханка из этой кастрюли. О, все не целое. Тоже не стойно. Ой, они мы... никакие вообще никакие мягкие. Слухай, не, мы сидим на это мое, что не мама, большая, не... ты самая. Не дожарена. Ну так ставли. Ставлю, всех и допекается. Большая она моя, что не допекла. Ой, я кажу. Да надо было на сковороду, может. Ну всё. Снимай. Снимай на сковороду, пойдем. Давай, нажми на сковороду. Оно она большая, так и она красивая, но район легковатый вообще сильно. Мы тут раз минут 10 еще ждали, чтобы до конца там уже дошло. Раньше хорошо было эти селёдочные эти банки 5-литровые были. А, ну и Васи раньше же было. Хорошо. Ой, как хорошо. Была сегодня. Но это нормально. Это рульками этими, конечно, так. Поменьше, быстрее, побольше, дольше.
Ну, это я уже еще хай постою. Так стоит дом большой, это самое. Ну. Вроде бы это нормально. Опа, белый. Что, назад? Не знаю. Гляди я. Давай назад. Спячь, тень, гляди. Если белый, то... Нет. Да нет. Ну и все. Мало что белый. Да ведь я три белый был, а попек все хорошо. А потом зарабился и твердый. А сразу выдаки секс-сырый был. Опа, перекидай быстрее. Он постоит, он должен быть хорошо. Он где-то плохо снимается, а я хорошо сняла. Баба на Пасху три захода. Три дня подряд. Заказывали тут ей. Работала. Плохо снимается это, да? Ерунда. Можно и так хорошо сниматься. Что это? Леди Гэ, ты? Может, тоже еще где? Сам не нормально. Нет, это будет легкий. Отвалим все, глянь. Ой, он спеченный. Смотри, смотри. Просто, что он говорит, такое тесто. Пушистое. Вот и все. Что-то не позвала, не позвонила. Я ждала, думала, ты позвонишь, и в город не поехала из-за тебя. Город, а ты что, ты деревня, что ли? А? Что тебе тут деревня, город не живущий. Ой! Надо было ехать, у меня свет пропал у хати. И я там договорилась, чтобы... Сделать. А надо поехать купить там. Переворачивай. Да купить кое-чего. Пеналы хочу купить. Вот. Пропал свет. Хорошенький. Малый, наверное, быстро спекся. Это снизу не поджарил, все, а сверху потом. О, вот это вот пироги. Ну, а то я не знаю, что робить. Поставить чуть-чуть. Да? На самую середину я поставила. Пускай поставить немножко. Вот. Через минут пять я, может, буду ломаться. Хочешь еще сфотографировать? Какие сидеть хорошие, да? Немножко, немножко.